маленький лайфхак. Если последним выходить из самолета, не нужно стоять кучу времени после своих вещей и ждать в проходе. Не благодарите. Всем привет! Сегодня спорта не будет, но будет безумно эмоциональный влог. Сегодня моему папе исполняется 73 года, и он у меня супер крутой мужик. Это нет слов. 9 месяцев назад я переехал в Италию, и, к сожалению, даже банально пообщаться получается очень редко. И я решил устроить ему сюрприз и поздравить его лично. Так что сегодня будет самый добрый в мире пранк над папой. Ставь лайк, если любишь своего папу, а я полетел. С днем рождения, папа! Как обычно, без приключений не получается, рейс задержали на 4 часа. Ждем. Короче, рейс откладывается до 6 часов вечера. Значит, пришло время пойти перекусить. Сделать одни гамбургеры и всякий фастфуд, но миссия выполнена, я нашел салатик с тунцом. Птичка заряжена, летим. Всем привет, перелет прошел отлично, добро пожаловать в молдавскую реальность. Ребят, сейчас запоминаем все вот это и чудеса монтажа. Витя греет котел с воском и спрашивает почему-то кого-то, как это делать. Мне немного страшно. И дня. Я что, больно будет или нет? Нет. Ребята, пишите в комментариях, кто это делал, больно или не больно. И я не пробовал ни разу, делаю это только для вас. Поставь лайк, пожалуйста. Готов? Давай. Взрывайся, матушку. No, God! No, God, please, no! Из ушей все вытащил. Да, ребят, все-таки есть свой шарм у этого города. За полчаса встретил, наверное, 20 знакомых. Все знают, что с тобой происходит, где ты, кто ты. Прикольно. Ребят, очень волнительный момент. Мы приехали в Приднестровье, я приехал к папе на день рождения, помните, да? Минуты через две я уже зайду туда. Я даже не знаю, какая реакция у них будет. Мы не виделись 8 месяцев. И это сейчас будет просто бомба. Все колотится. Нереальные эмоции. Делайте сюрпризы своим родителям. Готовы? Поехали. Пранкнули маму с папой. Тяжелый случай. Идете, найдем, что и кушать. Это что, я в шоке. Ой.
Мишуля. Все нормально, вставай. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцо напомнит нам о том, что не сбылось. Дети мои, мой совет: почаще приезжайте, пока мы живы-здоровы. Почаще приезжайте, навещайте нас. Это нет слов, такая благодать. Вот ощущение вот такое, что как будто заново мы родились. Как будто нам уже не по столько, а где-то по 40 лет, не более. Вот. Даю совет. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Красава! Что, ребят, вот и подошла к концу эта безумная авантюра. Делайте приятно своим родителям, потому что это единственные люди, которые реально ждут вас всегда и реально хотят вас видеть и рады вам только потому, что вы есть. Пока. Улетай, свой далекий космос, и меня забыл.